смотрите в этом выпуске. Проблема-то она была не в объеме еды, а в ее вкусе. Человеку кажется, что он уже не может, что он объелся, что в него не лезет. На самом деле ему просто не нравится то, как он приготовил еду. Поэтому сегодня моя задача научить вас, как приготовить этот рацион вкусно. Приготовить так, чтобы каждый день вы с легкостью набирали все необходимое количество макронутриентов и не чувствовали, что переедаете. Здравствуйте, дорогие подписчики канала Мышцы РФ, с вами Павел Баранов. И если в прошлом эпизоде мы говорили с вами о тренировках, то сегодня мы поговорим о питании, о рационе в период массонабора и, что немаловажно, о его приготовлении. Начну с приготовления завтрака, то есть второго приема пищи. У меня простые овсяные хлопья, что важно, они требуют 15-20 минут варки. Отличие того, насколько быстро нужно готовить овсянку, лишь в ее помоле, да, насколько она мелко перетерта. Чем мельче она перетерта, тем быстрее ее можно варить. Некоторые вообще не требуют варки, которые прям в муку перемолоты. Но для нас есть один существенный минус в таких вариантах овсянки. Это их высокий гликемический индекс. То есть, грубо говоря, овсянка, перемолотая в муку, это то же самое, что мука высшего сорта, то же самое, что сахар. Да, то есть по гликемическому индексу это уже простой углевод. Поэтому использовать я буду максимально крупные и плотные овсяные хлопья, хотя лучший вариант, конечно, это овсяная крупа. Но готовится она 40 минут, а это не каждый может себе позволить, поэтому овсяные хлопья. И пока овсянка у меня будет вариться, я буду готовить индейку. Чтобы мое мясо получилось реально вкусным, мягким, нежным, я сделаю очень простой, но очень эффективный маринад. Для этого мне понадобится вот такой вот кефир 0% и соевый соус. Соевый соус будет идти еще и в качестве источника соли, плюс соль у меня будет вот в такой вот комбинированной приправе. Для того, чтобы сделать маринад, я перекладываю нарезанное филе в кастрюльку, так, чтобы полностью все кусочки, очень важно, чтобы они были мелко нарезаны, устилали дно емкости, которую вы выбрали. Затем я наливаю туда кефир, также не слишком много. Наливаю туда соевый соус, немножко воды, чтобы разбавить консистенцию. И добавляю туда приправы. Я сейчас буду использовать всего две приправы. Это одна комбинированная для мяса. И вторая это сухой укроп. Теперь я очень аккуратно все это перемешиваю, чтобы специи оказались под жидкостью, а не плавали на поверхности. Чтобы они облепили вот так вот наше мясо. И затем вот в таком виде отправляю буквально на 20-30 минут в холодильник. Хотя можно, в принципе, в холодильник и не убирать. Пока у нас готовится овсянка и маринуется мясо, я сварю рис. И выбором моим сегодня стал именно рис басмати. Вообще существует всего три вида риса, которые подходят для наших целей, то есть обладают достаточно низким гликемическим индексом. Бурый рис, дикий рис и рис басмати. Все остальные обладают достаточно высоким гликемическим индексом, то есть являются простыми углеводами. Мне это не подходит. Я заливаю рис кипятком и довожу до готовности. Если хотите, чтобы получилось еще вкуснее, можно почистить еще луковицу и мелко нарезать, добавить к тому, что мы сейчас тут будем делать. Я вот использовал исключительно маринад и помидор, мне также поможет. Салатный лист я использовать не буду в процессе приготовления, он мне просто пригодится потом, поскольку мясо я делю на 3 приема в день, да, то есть один раз съедаю 150 грамм, второй раз 150 грамм и третий раз 200 грамм. И если первые два сопровождаются рисом, либо любой другой крупой, то третий раз сопровождается овощами. После того, как мясо замариновалось, вот так вот аккуратненько отжимая его, я перекладываю его на сковороду. Тут очень важно не переборщить с количеством маринада, иначе у вас получится, что оно будет вариться буквально в этом кефире. Добавляете туда помидор,
Помидор помогает и придать привкус, и смягчить мясо, и плюс ко всему он даст сок, который потом пригодится при добавлении сюда риса. Это могут быть томаты черри, могут быть классические, не так-то уж и важно. На самом деле классические подходят даже больше, поскольку они менее плотные, легче распариваются и превращаются в такую однородную томатную массу, пасту, называйте как хотите. В общем, это нам больше подойдет. Вот, в таком вот виде я отправляю наше блюдо на плиту. Итак, я уже успел сделать завтрак и даже успел его съесть, потому что съемки дело серьезное, проголодался, и, конечно же, нужно было этот голод утолить. Собственно, овсянка у меня идет, как я уже говорил, в количестве 150 грамм через 40 минут после первичного утреннего приема протеина. Как раз столько требуется концентрату сывороточного белка, чтобы полностью усвоиться и перевариться нашим ЖКТ. После того, как я позавтракал. Кстати, это было вкусно и помогла мне в этом арахисовая паста. Да, вы видели, как я ее добавил. Добавил именно в таком количестве, чтобы получить необходимое количество жиров. И оливковое масло также дополнило картину. Получилось достаточно разнообразное соотношение жирных кислот, плюс к этому очень богатый и насыщенный вкус. И очень, кстати, пришлись отруби. Отруби я использовал овсяные, хотя обычно люблю использовать ржаные бородинские. Они, по моему мнению, наиболее вкусные. Но их главная фишка, помимо того, что они вкусные, они еще и уменьшают гликемический индекс овсянки за счет того, что содержит в себе много клетчатки и замедляют пищеварение. Жиры, которые мы добавили туда, да, то есть арахисовая паста и масло оливковое, это также замедление усвоения и, соответственно, также понижение гликемического индекса. Сковородка, которую я использую в данный момент, оказалась слишком маленькая для приготовленного количества, поэтому мне потребуется за основу взять кастрюлю и уже в кастрюлю к рису добавить мясо, собственно, чтобы оно дошло до нужной кондиции. А задача именно в том, чтобы рис впитал в себя томатный сок и специи. 2 недели назад начался уже такой первичный подготовительный переходный этап моего маслонаборного цикла, и диета в этот промежуток времени выглядит как просто 3 цифры. 2, 1, 4. Наверняка многие из вас меня не поняли, да, но те, кто в теме, те понимают, что 2, 1, 4 это у нас БЖУ, то есть белки, жиры, углеводы. Это означает, что каждый день я съедаю ровно 2 грамма белка на каждый килограмм веса своего тела, ровно 1 грамм жира и 4 грамма углеводов. Причем есть некоторые нюансы. Белок мы считаем только животный, растительный, из-за его неполного аминокислотного профиля мы не учитываем. Жиры у нас идут не просто 1 грамм на килограмм, а в соотношении 40 на 60. То есть 40% из этого грамма это жиры насыщенные, и 60% это ненасыщенные жиры. И, конечно же, углеводы у нас идут только сложные. Простых углеводов в рационе нет вообще. Теперь о том, как же мой рацион выглядит в виде продуктов. Чтобы создать необходимое количество нутриентов и попасть в названные выше мной цифры, я использовал экселевскую табличку, в которой расписал, собственно, продукты, которые я хочу использовать, расписал их пищевую ценность и вбил свой вес. И по формулам посчитал, сколько и чего мне понадобится. Вышло так, что в день я употребляю 3 мерные ложки сывороточного протеина на воде, 500 грамм индейки, именно филе индейки, 4 яйца, причем именно целых яйца, а не яичных белка, и, конечно же, казеин. Казеин у меня идет перед сном. Это я назвал вам белки. Что касается жиров, то насыщенные жиры поступают в организм также из филе индейки и из яичных желтков. А ненасыщенные жирные кислоты я беру либо из различных растительных масел, либо дополняю их арахисовой пастой. Арахисовая паста – это, конечно, вариант повкуснее, но с точки зрения разнообразия полиненасыщенных жирных кислот гораздо лучше иногда использовать именно растительные масла. Обратите внимание, что в день у меня 4 столовых ложки разных растительных масел, и все 4 – это разные масла. То есть одна ложка
оливкового, 1 ложка масла виноградной косточки, 1 ложка масла грецкого ореха и масло лесного ореха. Собственно, это вот в данный конкретный промежуток времени. А так иногда я их чередую, меняю на какие-то другие и подбираю, собственно, по своим вкусовым ощущениям. Помимо этого, в моем рационе есть углеводы, конечно же, целых 4 грамма на килограмм веса. И их я беру из 150 грамм овсянки и 300 грамм риса басмати. Также есть 50 грамм отрубей. И иногда, да, я могу себе позволить парочку кусочков цельнозернового хлеба из муки грубого помола. Мой вес на данный момент составляет 97,5 килограмм, поэтому, собственно, под такие цифры мой рацион и рассчитан. Я имею достаточно большой тренерский опыт, и очень частой у моих подопечных была проблема именно в массонаборном периоде того, что они не могли съесть достаточное количество нутриентов. Ну, грубо говоря, не могли затолкнуть в себя весь необходимый объем еды, хотя по моим меркам его было не так-то уж много. И как оказывалось в дальнейшем, когда я проводил уже опрос того или иного человека, проблема-то она была не в объеме еды, а в ее вкусе. Человеку кажется, что он уже не может, что он объелся, что в него не лезет. На самом деле ему просто не нравится то, как он приготовил еду. И в него не лезет не потому, что у него закончился объем желудка, и у него действительно еда уже вот здесь, а просто потому, что не так уж все и вкусно. Спросите себя, если в этот момент вам дать кусок пиццы или шоколадную конфету, скорее всего, вы все-таки ее съедите. И наверняка с удовольствием. Поэтому сегодня моя задача научить вас, как приготовить этот рацион, который я выше назвал, вкусно. Приготовить так, чтобы каждый день вы с легкостью набирали все необходимое количество макронутриентов и не чувствовали, что переедаете. Чтобы у вас всегда был аппетит и всегда было желание подкрепиться. Бонусом к сегодняшнему рациону мы приготовим тортик. Это будет что-то вроде чизкейка. И самая главная его особенность будет заключаться в том, что он будет практически без углеводов, что очень актуально для тех, кто следит за фигурой и боится, да, лишний раз перебрать с сахаром или даже со сложными углеводами. Собственно, в составе нашего чизкейка будет не так-то уж много ингредиентов, и готовится он очень просто. На самом деле, единственный нюанс, вам для этого потребуется не один час, поскольку он имеет 2 слоя, которым нужно застывать в холодильнике. Чизкейк состоит из 3 этажей, скажем так, и первый я на самом деле уже сделал для экономии времени. Он выглядит вот таким вот образом. Тут всего 3 ингредиента. Это овсяные отруби, перемолотые в блендере в пыль, да, это сывороточный протеин, 1 черпачок, и это 6 яичных белков, тоже взбитые в блендере до пиков. Очень важно именно такую консистенцию создать, чтобы текстура вот этого слоя, текстура основы нашего чизкейка подходила для дальнейших действий. Тут как бы основной смысл в том, чтобы она прилипла к стенкам формы и не давала следующему слою, который поначалу будет жидким, вытекать из-под формы, да, поскольку все-таки небольшой зазор там есть. Плюс к этому, да, нам помогает вот такой вот специальный пергамент или, как ее еще называют, бумага для запекания. Следующим слоем будет творожный слой, и он должен получиться сладким. То есть тут будет такая некоторая композиция из нескольких вкусов. Основа получается нейтральный, белый творожный слой сладким, и верхний будет желейный слой, кисленький. Первое, что мы сделаем для создания второго слоя, это возьмем вот такой вот творог. Он у нас обезжиренный, мягкий, 0,1%. И в эту формочку его будем выкладывать. Есть небольшой нюанс. Если вы используете твердый творог, зернистый, то необходимо будет добавить желательно йогурт натуральный. И касаемо количества, да, то нужно примерно 750-800 грамм этого творога. Берем лимончик и разрезаем его пополам. Затем необходимо вытащить косточки и затем взять вот так обе половинки и выжать их в нашу ложку. Нам остается добавить всего 2 ингредиента. Это сахарозаменитель и желатин, предварительно растворенный в теплой воде, примерно 60 градусов. Насыпаем желатин, аккуратно его размешивая по мере добавления. Теперь наша задача размешать и растворить его как следует. И пока желатин растворяется, осталось добавить сюда сахарозаменитель.
завершаю создание нашего белого слоя я добавлением в него желатина, который уже как раз растворился. Так вот, аккуратно выливаю. Теперь мы все тщательно перемешиваем для создания однородной консистенции, которая должна получиться, ну, примерно как такой густой кисель. Все-таки однозначно итоговая творожная масса должна получиться весьма жидкой, иначе она просто не сможет вылиться в нашу форму, где уже есть основа, и равномерно распределиться по ее краям. Итак, перемешивать творожный слой я закончил. Он у нас получился таким, как нужно, относительно жидким. И теперь очень аккуратно мы его наливаем в форму. Итак, творожный слой уже в форме, осталось дать ему застыть, и для этого я отправляю его в холодильник примерно на 1-1,5 часа. Сейчас пришло время сделать верхний слой нашего торта чизкейка. Он будет состоять из застывшего чая и БЦАшек. БЦАшки исключительно будут дополнять вкусовые ощущения. Чай у нас получится малиновый, да, травяной, а БЦАшки у меня вишневые. Будет очень классное сочетание. И этот слой должен получиться таким достаточно кисленьким. Некоторые, кто любят послаще, добавляют в него сахарозаменитель тоже, но я добавлять не буду. И у меня там будет только чай и, собственно, БЦАшки. Этого будет достаточно. Чай необходимо заварить. И даем ему настояться, насытиться вкусом и немножечко остыть. Потом я даже разбавлю его немножко холодной водой, чтобы температура была более оптимальная для добавления желатина. Как вы видите, белый творожный слой уже полностью застыл. Да, то есть он стал таким желеобразным. И сейчас мне нужно лишь добавить на него сверху третий слой, который получится достаточно кисленьким. Чтобы сделать вкус еще прекраснее, я добавлю туда немножко вишневых БЦАшек. Примерно 1,5 черпачка. Ну, кто любит понажористее, кто любит сильный, мощный вкус, можете добавлять больше. Я считаю, что мне 1,5 хватит. И прекрасно вот так вот они сразу размешались. И теперь заливаем наш желатин сверху, постепенно его размешиваем. Так, и теперь, когда желатин растворился до нужной нам консистенции этого чудесного отвара, мы добавляем получившуюся смесь на творожный слой. Но очень аккуратно, лучше вот так вот подставить ложечку и наливать сначала в нее, а из нее уже будет распределяться достаточно равномерно по творожному слою наш верхний желатиновый слой. Просто иначе, если у вас вдруг не до конца затвердел творожный слой, то можно его просто пробить струей горячей воды, что может испортить ваш торт. В целом на его приготовление уходит не более 3 часов. И он получается реально очень вкусный, очень легкий. И в целом этом чизкейке во всем, да, не более 800 килокалорий. Это сравнимо с 2 небольшими кусочками торта Наполеон. Поэтому что лучше, съесть 2 вот таких кусочка или все-таки огромный целый торт целиком? Поэтому берите на вооружение, готовьте и не обрастайте салом по бокам. И теперь, когда слой залит, мы отправляем чизкейк в холодильник, чтобы и он затвердел. В следующих выпусках мы постараемся раскрыть нюансы, которые покажутся вам еще более интересными. Это будет как работа со специалистами, так или иначе связанными с фитнес-индустрией. Это будет работа с врачами, работа с массажистами. Я постараюсь рассказать вам, как правильно следить за своим здоровьем, как сдавать медицинские анализы, какие показатели нужно отслеживать любому человеку, а не только тем, кто соревнуется, и как сохранить свое спортивное долголетие в целом. Также мы поговорим о предотвращении и о лечении травм, конечно же, как в этом деле могут помочь специалисты, занимающиеся мануальной терапией или остеопатией, и раскроем еще много интересных тем. Так что оставайтесь с нами и не забывайте следить за новыми выпусками. До свидания и до новых встреч! На грядущий год я ставлю перед собой задачу набрать около 20 килограмм веса, выйти на сцену
в максимально сухом качестве, обезвоженном, с весом порядка 99-100 килограмм.